сразу начинаем, потому что на стриме мы просто подряд все играем. А серии будут выходить, ну, каждый день. Надеюсь. Вот эти загрузки только долгие. Борьба становится серьезнее, осторожнее. Ага, спасибо. Ага, понял, завали. Что за суета, брат? Не тормози, да? Чуть-чуть побилась тачка, ничего страшного. Так он, блядь, даже не работает. Это не игра для него. Не, если не по полчаса, ну прикольно. 4 этапа. Если побольше, ну ладно. Нам нужно выиграть время. Понял. Нормально, чисто уральские горы. Суета, бля. Ух ты, бать. Ты не вовремя тут, блядь.
сука, не успею, блядь, въебался. Я просто не привык к трафику. Бывает. Ну игра держит напряжение, ебанешься. На какиши выпадывают из бэхи. Масло потекло. Ну чё, сейчас гоночка должна быть или опять что-то сюжетное охуенное? И музыка тут пиздатая. Угу. Сейчас заедем. Ебать. Ага. Ёб твою мать. М3 ГТС. Моя. Ага. Нихуя себе. Ford GT, Mustang, RTRX. Блин, это в кузовах еще. Underground 2. GTR. Old Spice. Машина NFS. Блять, хочу. Thank you.
больно жирная. Ой, блядь. Я твой единственный зритель. А, блядь, это ты должен писать. Съебись ты, блядь. Тут я еблан. Тут я еблан. Да давай ты уже, блядь, грузишься. Ебать. Вот. Да нет. Ладно, давай что-нибудь другое. А, это который тут доступен. Там нету цвета. Ну, на этой тачке нету. Ебать. А как? Ладно, идем просто тормозить. Да он тут в карбоне был последний раз нормальный. Ладно, в шифте втором пойдет. Хороший там был тоже. Тут раз загрузки типа хуйня полная. Недолгий и непонятно почему. Да, бля. А, вот.
Да сука. Они не дали мне проехать. Это уже тёлочки. Пока только черт в Астон Мартине. Ну видишь, типа, игра пиздец как от железа зависит. Мне приходится ее запустить, потом уже подключить геймпад. Да ёбаный геймпад, блять, как ты заебал. Не скоро. Ой, блять, понял. За вебки. Я какую-то сраку взял, а не машину, блядь. А как это пройти теперь? Нет, тут машина такая. На бэхе все заебись было.
нахуй. Да ёбаный Астон Мартин. Фу, блядь. Ну и участок, блядь, ебаный. Ничего хуже не пробовал, блядь, проехать. Сука. Угу. Ты чё гонишь? Похуй. Я сначала не понял суть режима. Этот особенно опасен, Джек. Смотри в оба. Ладно.
Бля, ну и серпантины, блядь, перевалы ебучие. Не-не-не, ручной тормоз нахуй надо. О, второй этап, все. Да все, не пизди. Фу. Ладно. Не, нифига, за 11 часов. Или что это? А, 11 минут. Ладно, серийку на этом закончим для Ютуба. Коротенькие они получаются. Но кайф, по полчасика как раз. Ну что, все. Пока.